Алло, дочь моя, приветик моя, зайка. Слышал? Папа весь целенький, доченька. Ладно, пусть спит. Ага. Нам сказали, нахуй, идти вперед, мы окружены сейчас. Танков у нас осталось мало, всю технику перебили. У меня Мишу Буянова чуть не подстрелили, блядь, крыл его. Себя прикрой, блядь, уже дети нахуй дома. Себя прикрываю. Чё ты мне говоришь? Сейчас, погоди. Успокойся. Чего? Завтра я дадут команду вперед. Сколько нас тут, блядь? 500-600 человек. Мы ляжем все. Дадут команду назад, мы тоже ляжем все. Нас нет выхода. Люди сегодня ушли вперед. Некоторые погибают так, что я даже не понимаю, что от них мест не остается. Так что, честно говоря, что жди весточку. Ты приедешь живой, здоровый оттуда. Ебучая купленная война, блядь. Да, у нас из 60 танков осталось 12. Сегодня вот выехал на танке, вышел из танка, и пизда человеку пришла сразу. Ладно, поцелуй детишками, детям завтра скажут, что живой и здоровой. Дай ему трубку. Алло. Здорово, по тебе звонит. Че сам как? А че срочно? Да не знаю, может, последний раз выхожу на связь. Он тебя бил? Да. Кого убил? Много кого.